Есть у меня вот такая камера заднего вида, объединенная с регистратором, и у нее проблема в том, что дохнет уже третий аккум подряд. Он на солнце перегревается, вздувается, и регистратор перестает работать. Нужно искать решение. Первое, что приходит в голову, это ионисторы. Взял вот такие, на 5,5 вольт 1 фарад. Заявленная температура работы у них 80 градусов. А это в два раза больше, чем у аккумулятора, а значит работать будут лучше. Первая проблема, с которой я столкнулся, это то, что вот такие ионисторы практически не держат нагрузку. В сравнении с вот такими, это небо и земля. Сейчас вы можете видеть, как происходит разряд первых ионисторов и вторых. Как видим, ток потребления одинаковый, а вот разряд происходит совсем по-разному. Вторая проблема, или даже не проблема, а особенность, в том, что родная зарядка не могла обеспечить необходимый ток заряда для данных ионисторов. На самом деле эта проблема решается очень просто. Нам понадобится два диода и резистор. С помощью первого диода и резистора мы ограничиваем ток заряда, а с помощью второго мы подключаемся к месту, где должен быть подключен аккумулятор. Собрали все в железе, как видим, кинул перемычку. Два диода, резистор. Естественно, ни о какой красоте речи уже не шло. Однако, главное, что все работает. При отключении питания файл успевает сохраниться. No power supply, power off soon.